Еще 17 юным люберчанам вручили паспорта. Виновников торжества чествовали в школе имени академика Гая Северина. Школьников поздравил глава округа Владимир Волков. Наш паспорт, который каждый гражданин носит и хранит у себя, это главный документ, который позволяет как раз-таки открыть все ворота, все двери, которые могут распахнуться перед вами. Ставьте перед собой самые амбициозные цели, задачи, вы всего добьетесь. Самый волнительный и важный момент церемонии. Школьники получают заветный документ в красной обложке. Вместе с паспортом – экземпляр Конституции Российской Федерации и поздравительный адрес главы округа. Мне очень приятно, на самом деле, получить паспорт от самого главы. Это очень такие эмоции волнующие. Я очень рада, что наконец-то стала полноценным гражданином нашей страны и горжусь этим. В Люберцах традиция торжественно вручать паспорта зародилась больше 20 лет назад. Ее инициировало местное отделение Российского союза молодежи. За два десятилетия основной документ получили более 2000 школьников. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение.